Всем здоров, с вами Сергей Пушков, и я продолжаю проходить игру, которая называется Киберпанк 2077. В прошлой серии мы с вами увидели сюжетный поворот, где нас, как бы, мягко говоря, изгнали из корпорации, чуть нас не убили, за нас вступился друг, мы стали такими бандитосами, показали нам веселую катсцену с непрогружающимися модельками, вот, и прошли две стадии обучения, это взлом и основы боя. Теперь будем проходить скрытность, хотя нам говорят, что базовая пройдена, но скрытность тоже хочется посмотреть, так что будем смотреть скрытность с вами. Так, сначала немного поработаем на твоей скрытности. О, вот это будет правильно. Так, подошел. Так, я все забыл, честно. Тап. Точно, тап сканирования. Сканируем робота 1. Сканируем робота 2. Робот 3 и робот 4. Так, все. Ну все, я сканировал, отметить охранников. А я что, вас не отметил? А, посмотрите на него, нажмите колесико, да? О, колесико. Вот так я их отмечаю, они мне будут доступны, да? Враг, который не догадывается о вашем присутствии, будет жить своей жизнью. Найти закономерности в его поведении, применить полученные знания, чтобы не... А, ну это как бы вообще прям базы стелса. Так, ну погнали. Опа, а что погнали, а куда спускаться? Не понял сейчас. Кого, куда? Да скакать надо? Подождите, или тут проход? Где проход? А, вот тут проход. Опасная зона. Приседаем. В принципе, никто никуда не ходит. Так что пошли. Ну тут этот, конечно, палит нас. И что мне с ним делать? Выйти на полигон. Так я вышел. Вот даже на мини-карте справа в верхнем углу видно, что он меня пропалит в любом случае. Ну-ка. Опа. Вау-вау-вау. Если вы попадете у него, над головой начнет заполняться индикатор тревоги. Спрячьтесь. Це далее. Погнали. Укрытие, быстро. Быстро, да. Ну что ж, не так и позорно. Теперь медленно иди к выходу. Тебя не должны заметить. В смысле, не должны? А, у них такой радиус действия туповатый. А, ну все, тогда прошли. Так, все. Ты про меня забыл. Какой ты дурной. Пошли дальше. Не высовывайся. Да не высовываюсь я, не высовываюсь. Смотрел, Вир, ты про ниндзя. Какие вирты? Вирты в сампе знаю. А вот так. Тихо-тихо. F убить. Так. Убил. Все. Спрашиваю мужа, ты где вирты взял? Он сказал у продавца вирт. Ответ убил. Ну это для самперов. Так, все, побежали. Молодец. Вот так проскользили. Ну, стелс тут как бы обычный. Приседаешь, тебя не видят, все как бы. Обращать внимание на элементы системы безопасности, такие как турели и камеры наблюдения. Они могут активировать сигнализацию, выдать ваше местоположение. Кстати, теперь логично. То же самое, только с камерой. Так, отмечаю ее. И все, больше нет. Вражеские камеры, которые могут вас засечь, сканируют пространство с помощью оранжевых ключей, а дружественные с помощью зеленых. Камеры распознают движущихся людей, но не засекают шум. А, то есть я могу тупо бежать, да? Но она вообще красным светит. Не то, что там оранжевый или зеленый, она красным светит. Ну, побежали. Шум она не видит, так что побежали. Мы начинаем или как? В смысле мы начинаем? Я уже закончил. Отлично размялись. Я уже закончил. Окей. Дальше у нас продвинутые приемы. О, продвинутые приемы. И на этом будем закругляться. Так, закругляться мы будем, когда я скажу, когда мы будем эту серию закругляться. А вот продвинутая основа боя, это уже там, я не знаю, там спецназ работаем. Опа. Сейчас порешаю, я уже готов. Опа, я боксер. Только под руку ему не попадись. Какого вот этого? Робот, корпорация, Росака, боевые стимуляторы, 30-30, устойчивость 15. Взлом не работает, ну все. Вообще-то есть такая штука, как стелс. И мне вообще пофиг. F схватить? А ты чё? Враги, чей уровень значительно превышает вас, отмечены значком черепа. А я не увидел, кстати. Они быстрее вырываются из вашего захвата и представляют для вас большую угрозу. Будьте осторожны, ступая. Ага. Ну чё, ну чё, дронной? Я тебя сейчас порешаю. Кого-нибудь из твоей весовой категории. Ты чё, я вообще тяжеловес 520 килограмм. Чтобы совершить... Ну это я понял. Опа, опа, здорово, здорово, здорово. Получи, получи, получи. Понял, да? А ты чё, уворачиваешься, да? Я тоже умею. Получай. Чтобы выполнить комбо из быстрых атак, нажимайте до того, как завершилось А, я понял, тогда... А ну иди сюда. А ну иди, 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 иди. А ты что, тут уворачиваешься? Чтобы накопить энергию для сильной атаки, зажмите. А, зажмите, я понял. Ты что, я сейчас как замахнусь, понял, да? Получи. Вы расходуете выносливость такого врага. Расход выносливости зависит от типа атаки, быстрая или сильная. Текущий уровень выносливости отображается в виде желтой шкалы вверху экрана. А, вон там вообще, видите ее, и вообще не видно. Вон там она мигает. Опа, опа, опа.
Враг поставил блок. Попробуйте его ударить. Ну, конечно. Получи. Следующий дебил будет блокировать твои дебил. Удары. А ну-ка, ну иди сюда, дебил. И опа. Чики-пау. Побежали. Я, по-моему, и вмазал. Быстрые атаки не наносят урон блокирующим врагам. Пробить блок можно только сильными. А, я думаю, мы можно его забить, и он такой устанет. Получи. Опа, погнал, 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 комбо. Комбо, бросай, комбо. Ну все, я порешал всех. А ты что, самый умный? Чтобы поставить блок. А теперь меня учат ставить блок. Здорово. Надо будет не бить, а блокировать. Тихо. Дурной, я же отпарирую. Так. Вы расходуете выносливость, когда блокируете атаки. Если ваша выносливость упадет до нуля, вы не сможете блокировать. Ну, логично, как бы. Опа. Так. Опа, опа. А теперь что, вообще? Враги могут пробить ваш блок сильными атаками, но и вы можете их пробить. Блок точно... А все, спарринг, да? Враги могут пробить... А ну-ка, пробивай. Получи. На, получи, гадина. Такая робототехника, а? Зажал. А, можно нажать дважды уклониться. А, кстати, а ничего вы меня уклонению не научили? Опа, уклоняемся. Чики-пау, побежали. Так. Что-то я... Тут есть какая-то тактика. Враги могут пробить ваш блок. Это мы учимся блоку. Так. Есть. Получи. Получи, получи, получи. Гадина такая. Давай блок. Блок, 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 блок. Опа. Я так тоже умею. Давай, давай, блок. О, кстати, а когда я просто так блок делаю? Чё, самый умный? Так. Получи. Все, готово, да? Это был весь спарринг, да? Чтобы заблокировать удар, автоматически... Нажмите прямо перед тем, как получить удар. А, ну-ка. Опа. А, нет, я... Не, а когда надо? И вот так? Не, не понял, подожди. И... Опа, и вот так делать? А, все, побежали, побежали, побежали. Мочим, мочим, гада. Так, а... Нет, не получилось, походу. Так. Ну, давайте прямо, прямо, вообще прямо. И опа! Это что, было не контратака сейчас? Я его очень хорошо отделал. Ну-ну-ну, давай-давай, бей! Что-то не получилось. Так. Не, что-то я не понимаю. И зажал. Ну, давай-давай. И раз. Не, не получается. И вообще прям момент удара. Да что не получается? Опа! Нет, какая-то уже месила происходит. А ну-ка, отойдите. Еще раз, чтобы заблокировать удар и автоматически контратаковать, нажмите прямо перед тем, как получить удар. Ну, а ну. И опа, и прям как получил удар. Не? А, тут вообще надо тайминг угадать. А ну-ка. И опа. Нет, не угадал. Ну, мочи. Ну все, как бы, да? Ну и уклонение, я понял. Опа. Мочи, мочи меня. Ломай меня полностью. Не подставляйся. Опа. Ну и все. Все, это продвинутый бой. А нет, теперь спарринг. Все, теперь спарринг. Погнали. Мещу гада. Все, я его уделал. Я просто его хоп-хоп и готовый. Никакие мне там приемчики не понадобились. Две быстрые атаки. Так, катана. Взять, использовать. А взять или использовать? Ну давайте использовать. Золотая, кстати. Золотая катана, золотая. Изученные приемы ближнего боя, ну я понял. А ну-ка, здорово ты, спецназ. Че ты, а? Получай, гадина. И опа. Получи, 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 получи. Сейчас, сейчас самый умный. И опа. Че, вообще меня не блокируешь? Ну-ка, из контратака. Да я могу сам контраковать легче. Хорошо, теперь покажи, чему ты научился. Ну, давай покажу. Вам предстоит победить врагов, уже встреченных во время обучения. На этот раз можете использовать любым оружием и кибердекой. В смысле, у меня будет только катана или будет... А где мои автоматы? А, у меня пистолет. Вау. Мочим гада сразу же вот этого. Так. Уклонение, уклонение, уклонение. Подожди, уклонение. А где мои укрытия, товарищи? Получи, 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 гадина. Классно, у меня ни укрытия, нифига нету. И вы меня сейчас просто замочите, конкретно. Так. Опа, уклоняюсь, уклоняюсь, уклоняюсь. Не, мне какое-то месиво не нравится. Ни укрытия не дали, ничего. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, получи выстрел в голову. Так, ладно, уклоняюсь вот так. Действую. Так, прячусь, прячусь, прячусь в укрытие. Есть. Все, я в укрытии. Есть автомат? У меня был автомат. А, ну так выходи.
Ну и все, надо было автоматом брать. Получено достижение ответный удар. Ты вообще профессионал. Все, даю. Здорово. Че? А, все. Спасибо. Ну, походу, я всему научился, просто надо брать автомат, и все. Против лома нет приема, если у тебя автомат в руке. Как бы вот так вот. Нету лучше карате, чем в кармане 2 ТТ. В принципе, обучение самое обычное. Я не знаю, как в обычных там шутерах, там, Far Cry. Понравилось? Да вообще, я всех победил. Можем заняться настоящим делом. Да погнали, давай. Выйти, а ты узнал подробности у фиксера? У фиксиков узнал подробность? Большой сказала, секрет. Как Вакака? Кто Вакака? Чумба-бомба? Я тебе не мама. Тебе платят, ты и думай. Работа легчайшая. А, это она так и ответила. Ну, классный фиксер, фиксик, большой-большой секрет, короче. Ну, погнали. Стволы есть? Аптечки есть? Если есть вот это, то нормально. Сейчас бандосы порешаем. А, ну так вытащить оружие. Шут? А чё шут? Кто из нас шут? Я, он. Пистолет какой-то не золотой, мне не нравится. Совершить быструю атаку. В смысле? А, прикладом дать, я понял. Перезарядочка. Аптечек нету. А ну-ка, Джеки, руки за голову. Все, полиция Майами. Ну, где лифт? Погнали. Мне надо куда? Ну, в апартаменты. F? Не F. Ну, я зашел. А, взломать надо тебя. Тибак звонит. Цель Сандра Дорсон. Ее биомон пару часов как пропал с радара. Биомон? Вау. Биомон. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. А, мы еще кого-то спасаем? Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не рассказываешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Ну да, да. Команда. Как мило. А ты что, ты меня обучил основам. Джеки прав? Ну, вообще, Джеки прав. Бак. Ты все-таки наша база. Да, ты наша база, а мы тут солдаты. Звони по телефону доверия. Ты что ты такая хамовитая, а? Я тебя сейчас вот просто размотаю пистолетом. Так, все, приехали. А у Джеки два стало. Странно. А где мой? Так, тут лутает. Надо отскок. Мгновенно останавливает. О, взять отскок. Подожди. Подожди. Я сейчас тут полутаю карты. Какие, игральные? Мусор какой-то. Не знаю, взял карты. Они, по-моему, $3 стоят. Так. Номер 1237. Подожди, билет лотереи. Я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жива. А, здрасте. Ненавижу играть в спасателей. Не тормозите, надо взломать дверь. Так, совершить быструю атаку. Ага. Да смогу. Я же взлому обучался. Кто из нас взламывает? А, я взламывал. Ну, дверь. Дверь Z, F. Вот так. Все. Ну, заходи, Джеки, ты мой этот громила. Не высовывайся. А я вот такой типа хопа. Беру этот деньги, да? Не, отскок получил. Почему аптечка отскоком называется? Так. В антидикюль. Евродоллары. Вау, это что за валюта такая? Евродоллар. Да подожди, я пепельницу возьму. Мне надо дом обставить. О, ее замочили, походу. Отскок. Предмет, который подсвечится желтым, так. Подожди, проверь, надо лутать. Это игра про лутание, кстати. Слишком дешевые импланты. Сандра Дорсет, корпоративный иммунитет второго уровня. Корпоративный иммунитет? Она девочка из высшей лиги. А у этой задотеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Короче, мы каких-то подпольных хирургов нашли. Че, я открываю? Ви, не спать. Тут еще пиндехос. Да, тут пиндеха, осторожно. В смысле, по-тихому. Пиндехо. Не дергайся. Так, пиндехо. Здорово, пиндехо. Убить и спрятать тело. Тут все-таки какие-то... так, спрятаться от мусорщиков дополнительно. Сам бы лучше не сделал. Ага, спасибо. Тут что у нас есть? Опа, еще какой-то лут. И отскок. Отскок это наши аптечки. А, мы стелсуем? А что у нас пистолет без глушителя, если мы стелсуем? Враги смотрят. Подожди, я чемоданчик. О, тупой скальпель, мусор. Внимание, новые тела на подходе. Они уже близко. Тихо, новые тела. Спрятаться от мусорщиков. Так. Осколочная граната. О, какой-то сок. Что я беру вообще? Джеки, поможешь? Подожди, зеленая. Ты пропусти меня, там зеленое что-то. Анализатор гранат позволяет видеть. Ой, спалили.
Полили, а я пока изучал анализатор гранат. Так. Опа. Ну, просто шутер. Почему частота выстрела такая плохая? Опа, получи. Так. Я еще какой-то ствол взял. Как инвентарем пользоваться? Подожди, ай. Ай, ага. Снаряжение. Я подобрал какие-то стволы, подожди. Стандартный, о, револьвер. Не, мой юнити будет получше, кстати. А зачем я его взял тогда? Тут у меня пусто. Ладно, погнали. Так, где? Мочим, мочим гада. Так, перезарядочку делаем. Вот там вижу. Так, вот это да. Меня сзади кто-то сбил, не понял. Погоди, я перезаряжу. Так, сколько у меня хп? 40, кстати, у меня мало хп. А я... Убивает лучших? Кто кого убивает? Подожди. Так, а, вижу, вижу гада. Ой, у меня уже 23, нужен отскок. А, гранатку. Кинул. Побахнул. Работаем. Заходим, 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 заходим. Мочим, мочим гада. Ствол, 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 ствол. Мочи, мочи гада, мочи гада. Давай, давай, давай. Мочи, мочи его в рукопашку, давай. Давай, давай. Тихо, тихо, тихо. А чё от рукопашки вообще так мало урона? Бери, бери, бери. Так, ай. Чё ты встаешь? Вот это экшен, я чё-то к нему не очень сильно готовился. Так, давайте первое оружие автомат, а второе уже будет пистолет. Так, штурмовая винтовочка, пистолет. Так, по штурмовой винтовке что у нас по урону? 51 единиц в секунду, но это автомат. А где пушка? Я чё с воздуха стреляю? Подожди, чё я с воздуха стреляю? О! Так, вижу лидера, мочу лидера. Так, беру, колода карт. Так, я что-то блутал. Так, это ломается? Целься в голову, понял. Опа, работаю. Так, что-то я пока не до конца в экшене. О, здорово. Все, постреляли и хватит. Вот сюда, что тут у нас необоничная. Все, победил. Расстрелял его. Мы его обнулили. Черт, чувак, мы тебя на ноль помножили. А чё нельзя взять? Содержимое взять. Ну. Осколочная граната взять. Найти Сандру. А чё с этой пушкой не так? Ну, так вообще классная пушка, еще без патронов. Так, отскок берем. Что у меня по хп? 86 евро, доллар 253. О. Инженерное дело, F открыть. Погнали. Ну. Сандра. Сандру жахнули. Это не Сандра. Господи боже. Или ты Сандра? А, вот Сандра. Это она. Наша цель. Да. Мы успели? Она жива? Сейчас ну, проверим. Как сказать? Ну... Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Так, а ну-ка, биомон. Ваня еще есть тело. Она лежит в ванне. Еще с одним телом. Их кинули, как куски мяса. Так. Соберись, Ви. Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Так. Я слышал, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники, ага. Хотя не знают, почему. Так. Пьешь такую холодную воду и раз, руки начинают трястись. Угу. Ви, подключись к биомону, проверим, что... Не, вообще, дополнительная реплика, что ты меня тут подгоняешь, так? Подключаюсь. Как ты делаешь? Ого, ты вообще Спайдермен, вот это у тебя веб-шутер. Медтех, панель, био... А, биомон, это биомонитор. Сандра Дорсет, NS570442, платиновый статус в трассе. Состояние критическое. Отправка сигнала тревоги, ошибка. 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 Проверка. Ошибка 228? Реально? Запустить нейровирус. Ну реально тут вирусы. Это тебе не VIP-клиника. Тут ванны. Да, тут ошибка, все время перезагрузка, но перезагрузка не помогает. Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? А, да, надо вычесть. Если есть, выдергивай, она заглушает. Да, ее могли вытащить. Это безопасно? Это безопасно? Может, просто ее вынести? Она еле жива, ты хочешь ее угробить? Если есть внутреннее кровотечение или что-то еще, монитор это отловит. А, ну да. Так, ловим. Вытаскиваем. Да, есть чип. Сейчас выну. А, ну конечно, у нее всунули проверь какую-то гадость. Он. Что-то поменялось? Ну, сейчас перезаг... Да. Если вы в сознании, лягте на бок. Ну, клади ее на бок.
прибытие скорой помощи к месту вашего положения 180 секунд. О, все, наконец-то. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90%. О, классно, вообще классный тариф, 90%. Лучше бы 100, конечно, но 90 тоже. Попроси это. Вынимай ее из этой херни. Прикрой меня. Джеки, ты это? Стой на стрёме. Мало ли кто завалится. Во-во-во, давай, стой на стрёме. Всегда готов, Ви. Не ссы. Ну, проверь обстановочку. Все, поднять девушку. Сбой системы. Чьей системы? Моей? Она уходит. А, ее системы. Ви, что у вас там? Джеки инжектор. Только этого не хватало. Джеки инжектор. Лови эссе. Ловлю эссе. Давай. Тихо-тихо. Она задышала. Она, по-моему, задышала. Давай-давай-давай. Ну, мы и медики. Вроде помогло. Так, взял. Фуэрэсэ, выноси ее отсюда. Давай-давай-давай. Все, мне дали управление. Вынести Сандру на балкон. Получен новый предмет, я понял. Выноси ее на балкон. Кстати, хорошая пушка. Я ее возьму и буду просто тра-та-та-та-та-та-та-та. Если, конечно, мне патрон не закончится. Да я вынес. Что мне делать? Я не могу, кстати, смотреть вниз. Ну, вынес я ее на балкон. Игра. А. Травма, травма, это я, смотри. Стал у входа. А, стать у входа, прямо вот тут у входа. А. Свои, 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 мужики. Мужики, свои. Нужна по срочно. Давай, давай, на землю кладу. Ну, на землю. Как, а как бросить тело? Подождите, а как тело бросить? У меня нос зачесался, поэтому я на паузу поставил. Меня сейчас убьют, как пол... Положи пациента на силки. Р? А, силки. F. Пять шагов назад. Да что ты меня толкаешь? Я вообще-то ее спас только что. Вот это, конечно, тут медики. Медики с автоматами такие красавцы вообще. Ты отошел, все, 5 шагов. Да все, мы нормальные, мы ее не убивали. Да, медики тут, конечно, вообще прошаренные. С автоматами, спецназ прямо. Медспецназ. Ну все, и полетела скорая. Джеки, здорово. Едет прямо на парковку. Так, а ну-ка. Круто. Где бы руки помыть? Так, войти так, в лифт. Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. А тут облутать есть что-то? Слушай, Мана, тут вот какое дело. О, еще. Можно, если оно у меня есть? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсас. Ну да, будешь блатной. Забери, конечно, Джек. Только сильно не привык. Опа, опа, еще ждите, еще лутецкий шваб-шваб кетчуп. Шваб-шваб какой-то. Боеприпаса. Боеприпасы. Ну, я все равно устал. Так, погнали в лифт. Джеки, правда, сквозь дверь лифта прошел. Чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай я знать, что работа сделана. В Акака, работа сделана. А, так, Т. В Акака позвонить. Звоним в Акаке. В Акака Окада. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Да. Жить будет. Конечно, жива и здорова. Мы же на это и договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но о, мне кажется, ага. Сейчас тебе больше всего хочется домой. А почему? Я и правда, денег хочу. Лотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Спасибо за инфу, реально. Все, выполнено задание, плюс репутация. О, тут репутация есть, говорят, вот это да. Говорят, оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, ман. Так, побежали. Вот тут есть лутецкий? Лутаем, лутаем парковочку. Не, походу по парковке у нас чисто, никакого лута. Хотя вот тут светится, подожди, вот тут светится, просто палка светится. Ладно, тогда давайте садимся. И вернуться домой с Джеки. Ну, поехали. Так, добро вознаграждается, отслеживать задание. Подождать, пока снимут оцепление. Так, я так понял, нас сейчас полицейские схватят. О, вот эта песня. Вот эта песня, мне не дадут, надеюсь, авторские права за нее. Поэтому я буду под нее петь. Там просто чувак рэпчик считает. О, наконец-то. Город, так, город. Подождите, а может музыка реально от авторская? Подождите, подождите. Звук, звук, звук.
Выключение лицензированной музыки включено. Ну, значит, это нормальная музыка. Ладно, поехали. Стоп. Это у меня таймер запищал, я его стоп нажал. Просто. О. Ты кого мне сейчас перечисляешь? Крутых пацанов? А, да, крутых пацанов перечислил. Йоу-йоу-йоу-йоу. Вот это, конечно, городок. Нельзя вылезти из окна посмотреть. А, можно жрать охота. Ну давай в местный Макдональдс заедем. Уотсон блокирует. Ты не забыл? А, нам нужно уехать из этой зоны. Красный свет светофора, а ты что, нелегальный? Мы на красный свет проехали. О. Да, ты как заметил? Подожди, где зеркало? Зеркало вообще кривакое. Достать оружие Alt, убрать оружие Alt, нажать дважды. Взглянув в окно с пассажирского места, можете стрелять. Погнали. Где мой этот пулемет? Не, огромный пулемет. Пулемет огромный. Дави на газ, Джеки! А, только этот. Погнали, ладно. Да стреляю, нормально. Все, мочу гадов. Главное, чтобы по мне не стреляли. Давай. А че, все? Ты куда нажал? Alt. Сесть. А, не. Опа, пардон, найди сюда мне. Тихо, ты чё, зарядочку включил? Мочу, гада. Водилу, Все, замочи. Так. А чё два нам эти мусорщики жахуют? Всё-таки центр города. Попортил я вид твоей малышки. Так, а чё ты на нас молчишь? А, ничего страшного. Потом разберёмся. Надо сначала вернуться домой. Да, поехал. Это что, блокпост? Это блокпост какой-то, я не понял. А у нас оружие в багажнике. Так. Где Чингадо? Ты чего кричишь, Джеки? Я Alt нажимаю, он не вылазит. Так. А что все такое красное? Это уже полицейские или мусорщики? А это полицейские. Здравствуйте, а у нас оружие в багажнике. Тихо, спокойно себя веди. Здравствуйте, граждане. Ты чего не прогружен? Пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам, какое счастье, что мы вас нашли, офицер. Сбусь. Серьезно? А что во мне такого особенного? Ну да, ты круто. У вас сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как да. Я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, своей. Да. Ну да, она с ума сойдет, если я к ней не приду. Да, пропускай. Ну. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Так вышло. Пропустите нас, пожалуйста. Сами смотрите. Не идеальный, но, по-моему, вполне достойный. Да, он нормальный. Пусть едут, что никого не пропустят. Есть, все, поехали, пока шанс дают. Давай. Приезжайте. Спасибо. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. Все, погнали. Йоу. Все. Ну и на этой музычке мы с вами закончим. Я нажму сохранение. Новое сохранение. Вот, все, игра сохранена, и будем с вами на этом заканчивать. Перехожу в главное меню. Вот такой сегодня экшончик был, первый экшончик у нас был в Киберпанке. Вот, и едем с вами домой, нас пропустили. Ну, и это же, конечно, хорошо. Ну и будем с вами на этом тогда заканчивать, сейчас прогрузится главное меню. Вот, ну а с вами был Сергей Пушков, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также вступайте во все группы в социальных сетях, подписывайтесь на Инстаграм, на Steam Куратор, будьте в курсе игрового мира, ну а с вами был Сергей Пушков, всем пока-пока!